Приветствую, ребята, братули и сеструли, кореша! И с вами снова я, ваш единственный неповторимый сумасшедший беззубый летсплейщик. Да, и мы, ребят, с вами продолжаем проходить эту странную, блин, заставляющую сходить с ума, блин, непонятную вообще, блин, что там происходит вообще, игру «Мертвечина в космосе», ребят, это ненормальная игра. От нее, блин, ваши мозги, блин, разжижатся, превратятся, блин, в какую-то кашу и вытекут, блин, через нос, блин, через уши. Ой, господи, через рот, блин, ну, ребят, согласитесь, это ненормальная игра. Там, блин, бошки по полу ползут, отрубленные, блин, на щупальцах, это что такое вообще? Кошмар, ребят, блин, обожаю эту игру. Так что, ребят, погнали раздавливать мерзкие бошки, которые ползают по полу. Ну и вообще всю эту шушеру, всю эту конченую, блин. А, крысиный сынок, ну ничего, я скоро с ним встречусь, ребят. Этот крысиный сынок, блин, пожалеет, что он вообще появился в этом мире, блин. Какая-то опарыша, блин, возникла, блин, из ничего, блин, вылезла эта скотина, блин, конченая, которая, блин, пивище, блин, обожралась. Так, ребят, что я заболтался, блин, как всегда. Короче, ребят, без лишних слов, не будем кое-кого за кое-что тянуть, продолжаем. Сейчас будет весело, ребятки. Сегодня у меня выходной, сегодня я выспался, блин, как говорится, глаза, блин, только продрал и сразу, блин, за компьютер. Думал, надо записывать видео. А то, блин, подписчики ждут, вам же все-таки интересно, что там дальше-то. Да и мне тоже. О! Так, ребятки, я тут в прошлом видео, когда мы закончили, я тут пришел сюда, блин, сохранился. Потому что мы же там с вами не сохранились. Так, там еж цветной сидит. Ну, сиди там дальше, негр, сри. Нужно было бы ему этот взрослый подгузничек надеть, чтобы, блин, не обосраться от страха. Так, ребятки, летим туда. У нас с вами важная миссия. Мы должны кракозябра, блин, уничтожить, блин, раз и навсегда. Так, подожди, в магазине мы уже были. Так, ребятки, смотри, тут что? Крысиный сынок, блин, тут стены пробивает. Ну ничего, скоро мы пробьем ему тупую башку. Все пиво оттуда вытечет, и он сдохнет, блин, кусок говна. Он же, блин, за счет пива живет, ребята, блин. Стоит только это пиво из него вышибить, и он сдохнет, блин. Откинется, блин, загнется, кусок говна, блин, крысин. Так, ты кого давишь-то, дружище, что уже, галлюцинации, что ли? Я тебя понимаю, от такой игры, блин. Я уже говорил, ребят, мозги, блин, спечься могут. Ж кошмар. О, глава 4. Смерть неизбежна, завершено. Ну, правильно, блин, кракозябра всех раздавили, блин. Вот и завершено. Зачем нам сохраняться? Мы это уже все равно закончили. Так, глава 5. Что-то там... Да, блин, ребята, из-за пятна не вижу. О, подхватывайте. Да ты посмотри, читать не успеваю. Разрази меня киркой. Ну ладно, ничего страшного. Так, ребят, ну-ка приперлись. Ну-ка приехали. Сейчас нам цветной еж, блин, даст задание. Ну чё, еж в базаре? О, чё, о, Кен, ой, Алина. Чё? Я уже чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Я сейчас ее уничтожу, блин, раз там курильщики, скоты, так и знал, ублюдки. Ненавижу, блин, курильщиков, ребята. Кстати, ребят, если кто-то из вас курит, вы уже не принимайте на свой счет так близко. Но я их правда, блин, ненавижу. Они, блин, на остановках, блин, курят, блин, дышать из-за них невозможно, сукины дети. Так что, ребят, не дай бог, если кто-то из вас курит, бросайте скорее, пока еще не поздно. А то вам конец, вы загнетесь, блин, от этих сигарет. Это серьезное дело, ребят. Курение и алкоголь — это зло, которое нужно искоренять, как крохозябр, блин, раздавливать. Эту конченную алкогольную мафию нужно на кол посадить, блин, сжечь. Пепел развеять и потом арестовать. Как в черном плаще, ребят. Черного плаща нужно... Чё он там сказал-то, уже не помню. А, истребить. Нет, за... Чё? Чё такое? Тыкни собаке в сраку, ублюдок. Ты где вообще есть-то, блин? Чё ты мне тыкаешь-то? Я, блин, вообще-то тот главный. О! Замков на палубе, причем недавно. Думаю, чего? Не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Знаешь, как серьезный Сэм сказал. Ты чё, блин, кусок говна? Ты чё, ты не понимаешь, с кем ты говоришь, что ли? Я ж тебя размотаю, как сынка, блин, на раз-два. Чё, блин, к кракозябрам хочешь присоединиться?
Сейчас устроим. А че в магазин-то зашел? Нифига себе, ребят, что я маленько спятил. Так мы же уже от всего избавились в этой самой там. Ну, в прошлом видео. Ну че, блин? Какой-то мерзкий голос пытается меня запугать. Да я, блин, такое видел, отчего твои волосы, блин, станут дыбом. Меня уже, блин, ничего не напугает. Я уже и так, блин, чокнутый. У меня уже крыша поехала от происходящего здесь. Ну что, ребят, пойдем побазарим с этим кто-то. Этот кто-то сейчас свои зубы, блин, выплюнет. Сукин сын, блин. Он не понимает, с кем он связался-то вообще. Что такое? Бошки ползающие? О, чё? А, чё? Олигофрен! Чё, олигофрен? Думал, я испугался, что ли? Кусок, блин. Чё такое? Еще что ли, один? Куда ползёшь-то? Я с тобой еще только начал. Эй, олигофрен. Блин, на тебе, ублюдок конченый. Загнись уже и сдохни. Паскуда, блин, ползающая. На тебе, скотина. Конченый, я вас всех ненавижу, блин. Ублюдки, на тебе, ублюдина. Что такое? О, что там, а, там, помните, мужик сам себя кончил. Ну, блин, взял себе башку, блин, разбил, придурок конченый. Совсем, блин, с головой не дружит. Что такое? Что-то мне это не нравится, ребят. Тут что, блин, станисты, что ли, есть или что? Вообще их на... А что, что такое там? Вы это видите, ребят? Господи, что такое? Ребят, что-то как-то, знаете, я что-то уже немножко устал в эту игру играть, если честно. Что-то что? Смотрите, ребят. Он пивище обожрался. Или она, это кто такой вообще? Какой-то негр. На негра, блин, похож. Господи. Это что такое там? Из стены-то торчит. Кошмар. Слушайте, ребят, с каждым разом эта игра, блин, все больше и больше сюрпризов преподносит. Смотрите. Это что, опять что ли пивнюк, который врос в дерьмо? Смотрите, он шевелится. Офигеть не... А, черт! Это что такое? Смотрите, он какую-то тварь рожает, ублюдок. Слушай, ты, блин. Смотрите. Как это... Ну все, ублюдок, ты сам простился, блин. Сейчас мы его поджарим, блин. Я... А что такое было-то, ребята? Какого дьявола тут? Ох ты, ублюдина, ты смотри. Ты смотри, кого он там рожает, эта мразь, блин, конченая. На тебе, мерзкая щупальца, блин. Посмотри, она что, бессмертная, что ли, или что? Да, блин, ребят, мы эту вот штуку жалко, блин, взорвали-то. Ты кончай своих сынков тоже рожать, блин, с насталых, блин. Че, размотает, скотина? Ну-ка, высуни свои щупальца-то сюда. На тебе, ублюдина, паршивая, блин. Мерзкое отродье, блин, сатаны. Что-то... А ну-ка, залезь обратно. Да ты посмотри, какая наглая тварь. На тебе, ублюдина, конченая. Ну, а че? Загнулся, ублюдок. Ты что, там жив, что ли, еще? Что-то справим, блин, на тебе. Кушай вот это, ублюдок. Да я хоть разорву тебя, ублюдина. На тебе, ублюдок. Ты посмотри. Ты что, борзый, что ли? Ну, отведай моих ботинков, да ты посмотри, он кусок говна какой живучий-то, блин. Черт, кажется, мне хреново, ребят. Это что такое-то вообще был-то такое, а? Ну, спасибо хоть за это, блин. Господи, ребят, у меня просто в голове не укладывается, это вообще что? Какие-то опарыши, блин, кошмар. Ну, они просто... Да, ребят, они же против меня, ну, никак не тянут, вы это сами знаете. Все, погнали отсюда. О, господи. Нервные клетки, мозг-то, ребят, не восстанавливаются, если честно. Ху, о, нифига себе, там дискотека, блин, электрическая. Крокозябр бы туда засунуть, чтобы она, блин, поджарилась. Это скотина, блин. Так, застынь маленько. О, олигофрен, ну на тебе, ублюдина, короче, паршивая. Смотрите, кровью рыгает. У меня осталось батареи, нет, ребят. Жизнь, блин, не удалась. Так, погнали-ка ее зарядим. Да ты посмотри, может она у меня есть? Ох, ребята, наша жизнь хреновая, если честно. Патронов-то у нас почти что и нет. Так, погнали заряжать стазис батареи. Сейчас мы все устроим. Все деньги, блин, все потратил, разрази меня гром. Но это совсем, ребят, не круто, если честно.
Да. Так, ребятушки, ну-ка пойдемте-ка заглянем в магазин, купим стазис-батарею. И жизнь... О, вот же можно зарядить, отлично. Можно и деньги даже не тратить. Все, погнали. Ну вот, ребят, теперь наша жизнь снова, блин, счастливая. Пошли, блин, кракозябр топтать. Мои ботинки готовы. Размазывать их мерзкие рожи, блин, по полу и все такое. Ну, знаете, ребят, я их просто ненавижу. Да они вообще, блин, они обнаглели в конец уже, ребят. Смотрите, они разрождаются во всякую опарушу, блин, конченую. Я не понимаю, вот, представляете, ребят, что алкоголь, блин, делает с людьми. А тут вообще, блин, опыты проводили, блин, алкоголиков, блин, пивнюков, блин, скрещивали с людьми. И получились эти вот куски говна, блин. Он все на отстало. Так, дай пройду уже, зараза. Ну че? Смотри, а тебя легафрен, блин, по полу катается, на тебе. Дрещавый, блин, кусок, блин, дрещавый кусок говна. Да посмотрите, ребят, люди повсюду мертвые валяются. Ой, что-то как-то мне, знаете, ребят, не по себе, если честно, уже от этой игры. Я ж такой, блин, человек добрый, а тут, смотри, что тут творится-то вообще? Вот моя психика уже и пошла. Да посмотри, не успел. Блин, зараза, ненавижу это все дерьмо. О, вот оно, ребят, вот доказательство. Смотри, что они тут творили-то. Мутанты, блин, вылезли из... Получились из пива. Так, затормозись маленько, я пошел. Так. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Да они тут повсюду валяются, ты че, Алина? О! Упс, кошмар. Господи, ребят. Что-то как-то мне, если честно, прям, ну не знаю. Что-то мое очко, блин, сжимается до размеров атома. Потихоньку. О, мы какой-то лифт нашли. Че, поехали вниз? Опасные приключения, блин, продолжаются. Сейчас будем крошить тупые бошки, блин, пивных крохозябр. О, смотри, что такое. О, читаем, слушаем. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез. А ну, башку, что ли, сверлит или чё? Блин, больной ублюдок просверлил человеку башку, блин. Совсем, блин, конченый. Кстати, о, кстати, ребят, наверное, это и есть тот доктор, блин, сумасшедший, блин, который тут экспериментировал с пивнюками и все такое. Смотри, бошку, блин, человеку просверлил, он что, блин, совсем, что ли, дурачок или что? Так, все, а что так, о, смотри, что такое, блин, смотрите, ребят. Олигофрен-то подрос немножко, смотрите, законсервированный, сидит тут, ждет, блин, своего часа. Ну сейчас настанет, и башку отстрелю, блин, козлина. Жди своего часа, сейчас помрешь, блин. Ну что, забираем? Ну и прекрасно, блин, ну все, я пошел. Так, ты че, Ахмед, говноед, блин, себя, что ли, поверил, или что? Смотрите, больной ублюдок, который эксперимент над людьми проводил. На, скотина, сдохни! Ты чё, скотина, блин? Чего? Ты тоже будешь мёртв, ублюдок бородатый? Черножопый какой-то Ахмед, говноед, блин. Я тебе башку-то отстрелю, блин, расшибу и растопчу, блин. Твоё будущее жрать свинец электрический, Ахмед, говноед. Чего? Да он больной ублюдок, ребят, смотрите. Какую-то ахинею, блин, несёт. Ты чё, больной, что ли? Ты куда пошёл, я с тобой не закончил ещё. О, черт, олигофрен, блин, просыпается. Ну че, олигофрен, заткнись и замри. На тебе, ублюдок, блин. А, ножки твои дрещавые, отстрелю. Ну че, блин, ты че, блин, паук недоделан. А теперь замри и сдохни. Все, пока, дружище, я пошел. О, надо тебе полезные вещи забрать. Слушайте, ребята, эта скотина-то бессмертная. Надо валить отсюда, пока еще можно. Так, а куда валить-то, разрази меня гром.
Смотрите, она устанавливается. Ну ты, опарыш, я смотрю, совсем в себя-то жестко веришь. На тебе, скать, смотри, глазки тупорылые на меня. Чё ты смотришь-то на меня, ублюдок, блин? Твоя судьба — это сдыхать, блин. На тебе, ножки твои отстрелю, блин. Кусок говна, на, жри, блин. Мне не жалко вот такую свинью конченую, все патроны. Чё, патрон, что ли, закончил? Ну все, ребятка, что я доскакался, блин? Черт, у меня патроны кончились! Ребят, что делать теперь? Разрази меня гром! Так, отвалить отсюда! Че? Да ты посмотри, меня жрут, блин, все в наглую! Да бегу я! О, смотри, скотина-то уже вылазит, блин! Да все, у тебя... Это у меня все плохо, блин! За мной, блин, тварь бессмертная гоняется, блин! Которая вообще в конец уже оборзела! А, черт, куда... Куда валить-то? Смотри, олигофрен уже жрать хочет, блин! Он хочет мной поужинать! А, черт! Слушай, тут еще и крысиный сынок повсюду бегает! Точнее, это щупальца свои пускает! Меня слушай, Ахмед говноед, ты меня уже достал. Что ты базаришь так некрасиво, блин? А, вот у меня вот это еще есть. Че? Слышь, говно на ножках, ты заткнись уже маленько, да? Господи, ты че, умственно отсталый, что ли, че? Ну ты вообще ублюдок. Че? Это ты молишь меня до твоей сраки, блин, черножопый, не добрался, блин. Ну чё, давай помолимся вместе уже. Ну чё, вылазь уже, я тебя жду. Чё, тебя ж свинцом, что ли, нашпиговать, или чё? Ну чё, где ты там, скотина? О, нам сюда, да? Прекрасно, идем сюда. Слушай, олигофрен отступать-то не собирается, я смотрю. Ну сейчас он сыграет в ящик тогда. Конечности его отстреливать так люблю, зрища, блин. Чего? Ты чё, блин, крокозябр? Ты куда? Ты посмотри, о, смотри, сынок вылез. На тебе, сынок, блин. Мягкотелый отродье, блин. Да посмотри, меня уж в наглую все жрать тут хотят, да и все. Да ты посмотри, что это такое-то вообще? На тебе, ублюдок! Ну и крокозябр, твои подручные олигофрены, блин, тебя не спасут. Ну вообще? Куда там идти-то? О, олигофрен, что ли, там? Мелкий умалек, что ли, там лазит, или че? Так, рот закрой, сдохни, блин, мерзкое отродье, станы. На тебе, ублюдок! Ты ублюдок, что ли, или че? И сюда я тебя раздавлю, падла. Ой, кажется, падла, блин, наглую оборзела. Слушайте, ребят, кажется, это... Так, где эта скотина? Ты чё, блин, на тебе, да ты ножки, блин, свои... Да ты чё, больной, что ли, чё? На тебе ножки твои трещавые, сейчас стрелю. Такие слабые, конченые. Смотри, блин, крокозябр, блин, танцует. Так, аптечку отдал, ублюдок. Ой, кошмар, ребят, надо олигофрена задавить. А то он меня сейчас убьет. Так, да ты, Ляша, не вставай, блин, ты смотри, ребят. Они вообще, блин, в наглую оборзели, эти ублюдки. Ну а сейчас загнался, да? Пищишь, как девочка, блин, конченая. Патроны, патроны! Да подожди, мне надо с тварью разобраться, если честно. Что у меня аптечек, кажись, не осталось, ребят. Господи, ребят, кажется, это... О, смотри, смотри, кто! На тебе еще, блин! Ты что думаешь, я дурак? Ну, на тебе прям в бошку тогда твою, тупую. На, на тебе, на! Ты куда отступай? Валяйся, ублюдок! На, на, жри! Кусок говна! На, я тебе сейчас наступлю, у тебя еще ублюдок! На, ублюдок! На, сейчас я его топтать, блин, буду! Он меня, черт возьми, поднимется! На, на, жри, тварь! Смотри, он встает! Че думаешь, я тебя боюсь, что ли? На тебе, паскуда, я тебя в рукопашную размотаю, блин, сынок! На, ублюдок! А руки ему все! Отдолбил! На, на, пожри немножко, сукин ты сын, ублюдок! Ненавижу, блин, пивнюков, особенно его олигофренов, пивнюков. На, на, ублюдок. Ты что, восстанавливаешься, что ли? Сейчас опять те ручки твои отшибу, блин, трещавый. Ты со штанга-то в жизни-то никогда не приседал, ублюдок. Смотри, тупой ублюдок. Не...
Ребята, он замочил меня, скотина, блин! Ну, а все это разбудил во мне зверя, блин! Дрещавый отродье сатаны! Ничего, ему ручки-то его слабенькие дрещавые-то отдолбил, блин! На бицепс поди только гриф-то и поднимал в своей жизни. Самое тяжелое то, что он поднимал. Так, ребят, шутки в сторону, нужно понять, что здесь делать. Так, показывает, что туда. Что такое? Это что, заменить надо или что? Так, олигофрен выскочил. Я не понял. А, черт! Так, крокозябра, ну-ка сыграй в ящик, пожалуйста. Ну, на тебе, скотина конченая. Жалкая породина, недоразумение. А-а-а, чертова тварь! На-на, жри мои ботинки железные. Вот, смотри, кусает меня еще. Зубы-то сейчас тебе вышибу, ублюдок. Чем ты меня понял? Да ты смотри, крокозябр. На-на-на, получай, ублюдок. Паршивый кусок говна. Так, ребят, я забыл, что здесь делать, разлази меня гром. Твари, блин, повсюду, ребят. Смотрите, олигофрены и все такое, блин, скачут здесь, ублюдки. Так, ты чё, блин, там танцуешь, что ли? На дискотеку пришла? На, вот это вот! Вот тебе дискотека! А, чёрт, крокозябра наглая! Главарь, блин, их проснулся, блин! Ну, смотри! Да полежи уже, отдохни немножко! У тебя вон уже одышка началась! На, 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 жри, жри, скотина! Туда эти ножки твои слабые-то отстрелю уже! Ну ты посмотри! Да крокозябра в наглую! Ты смотри, олигофрен ещё скачет здесь! Да, блин, ребят, что делать-то, не помню! Я сейчас же помру! Так, ну сейчас опять вздыхай. Ты куда несешься? Ну на тебе в ответ, ублюдок! На, жри, скотина! Че ты там лазишь-то, ублюдок? Блин, слабый отродье сатаны! На! На, ублюдок! Все, загнул! А, черт! Да посмотри мне! Ой, ребят, прошу прощения, микрофон задел! Да ты посмотри, какая скотина-то, а! Смотрите, у меня, блин, размотал как сынка! Ой, сволочь, блин! Ну все ты меня разозлил, блин, окончательно! Чё ты палишь-то на меня? Он с нас целое дерьмо! О, всё, ребят, он меня, блин, бесит, блин! Сейчас я размотаю этих козлов! Я, блин, не понимаю, что там делать-то, ребят! Там двери все закрыты, разрази меня гром! Там нужно этот электроблок заменить, а как я его взамню-то, если они меня атакуют наглую? Так, вы это слышите? Я это слышу! Так, ребятушки... Ой, что ж здесь делать-то? Слушайте, а может туда подальше просто впихнуть надо и все? Ну-ка попробуем. Да он даже не вылазит, ребят. Так, крокозябра. У меня нет на тебя времени. Да ты посмотри, наглая тварь, блин. На все... Да ты посмотри, ребят, что же... Да надо только сваливать отсюда, я не знаю как. Да потрясись уже и сдохнет, тварюга конченая. На, ублюдок. Ненавижу вас! Куски, блин, инопланетного говна! Так, олигофрен... Да ты посмотри, ребят! Слушайте, ребят, я конкретно не знаю, что здесь делать! Так что сейчас надо только вздыхать и буду! Да посмотри, меня все разматывают в наглую! Черт! Надо как-то спасаться, ребята! Посмотри, я отсюда выйти-то не могу даже! Смотрите, я не знаю, что здесь делать! Да ты посмотри, а! Да что ж ты будешь делать-то, а? Ублюдок кончен, ну... Ну чё, больная, блин, срань господня? Ох, ребятушки, вот, как говорится, я и запрыгался, блин. Я ни разу не сдыхал в этой игре, и всё такое. Три раза уже сдох, если не 10. Ну ничего, ребят, главное сохранять спокойствие и понять, что здесь делать-то. Разрази меня гром. Слушай, на стазиса даже нет. Ну здорово, блин, надо узнать, с чего, чтобы он был. Надо скотину замедлять, ребят, я все понял. Если будете играть в эту игру, замедляйте скотину и делайте свои дела. Все будет зашибись. Так, сейчас мы зарядим стазис. Постой, где его зарядить-то вообще? Фу! Так, ну что ж, купим стазис батарею тогда. Надеюсь, нам на нее хватит. Так, о, у нас деньги-то есть. Так, стазис батарея нам нужна, ребятки. Сейчас мы ее покупаем. И будет все зашибись. Кстати, а где она? А, вот она, или... А, вот она, все, покупай. Сколько она там стоит-то? А, отлично, блин, дорогая штука. Ну, мы ж бомжи, мы ж как ежи с мальком. Я помню ее, что только парламент курил на Новый год, когда я маман денег отстегивала. Ну да, ежик, блин, ни головы, ни ножек. Так, заряжаем дерьмецо.
Так как его зарядить забыл? Ага. Вот так вот, ребятушки. Ну все. Сейчас-то я буду джедаем, они у меня, блин, поймут, что такое, блин. Супер замедление. Так, ребятки, двигаем. Ох, как же эта игра, блин, жестко давит на мозги, разрази меня гром. Что-то мне аж плохо, блин, стало от этого дерьма. Ничего, ребятки, прорвемся. Мы же с вами не лыком шиты. Не такую, блин, крокозябрскую отродью, блин, разматывали. Нам еще до крысиного СНК нужно добраться. Вот тогда-то он у меня запоет, блин. Блин, сопрано у меня запоет. Обосрется и сдохнет, чертовой матери. Так, вот, ребята, это проклятое место. Нужно как-то пройти этот чертов, блин, уровень. Так, как нам развернуть прицел? А, вот так, да? Так, ребятушки, ну что, с богом. Так, я понятия не имею, что здесь делать. Нужно я... Так, подождите, ребят. Смотри, смотри, скотина, блин, лезет. Ну давай, лезет. О, черт! Да ты посмотри. На тебе, ублюдок! Как же ты меня бесишь-то? Зама... Так, затормозись и... На, скотина! Ну, сами-то я в легкую разделаюсь, блин. Да ты посмотри, ну тут наглое отродье живучее, сдохни, блин, ублюдок! На тебе, скотина, блин! Куда ты лезешь-то своими ножками кривыми? Паскуда, блин! Да ты посмотри, оно живучее, как я не знаю кто! На, ублюдок! Ну а чё, восстановился? Это ненадолго, блин! На, на, жри, блин! Время пообедать, блин, электрическим свинцом, а теперь затормозись и сдохни, ублюдок. Так, ребят, что здесь делать, не понимаю нифига. Да посмотрите, крокозябры повсюду лазят. Ну скажите, ребят, что здесь делать-то, не понимаю. Да разрази меня гром, а. Что ты там ревешь-то, блин, срать что ли хочешь? Так, крокозябр, не мешай мне разобраться с этим ублюдком. Чё, олигофрен, вон твой папаша, блин, сейчас без ног останется. На, на, жри, тварь. Куда ты ползёшь-то, скотина, на свою смерть, что ли? Так, затормозись ненадолго, я должен понять, что здесь делать. Я взломала защиту. Вперед! Кендра, давай, Алина, давай скорее, дружище, помоги мне. Ой, господи, как же тебе признателен, дружище. С меня бутылка пива. О, что такое? Вы это слышите? О, наконец-то, ребят. Ну а чё? О, смотри-ка, там кто-то блюет, блин, пивом. На, жри, ублюдок. Да ты посмотри, я потратил ее зря. На, жри, скотин. Смотри, тебя это... Ну чё, высунись уже. На тебе, ублюдок, твоя жизнь будет... Скотины, как меня бесите уже все. Господи, ребят, прошу прощения. Не могу, если честно, уже... Эмоции, блин, сдерживать. Ну что, отстрелите еще больше, что ли? На, пожалуйста, блин. Сколько... Ну что, косорылая тварь, ты пулять-то научись свои слюни конченые. Теперь моя очередь популять. На, лови. Ну что? Что, обрыгалась там уже? Ну смотри, какое отродье ты мерзкое, сатаны. Ну что? Ну порыгай уже и сдохни, тварюга, блин. Господи, людей там сожрали, блин. Какой кошмар. Братуль сожрали. Ой, господи, ребят. Смотрите на это, это же у нас осталось дерьмо. Да, блин, это... Я не знаю, как такие твари-то вообще появились-то. Этот, блин, у нас осталось, доктор их создал, блин. Теперь все понятно, что здесь произошло на этой станции. Ребят, все из-за дурачков происходит. Этот у нас осталось, доктор, блин, проводил эксперименты над людьми. Скрещивал инопланетянина и пивнюка. И посмотрите, что получилось-то, ребят. Это же кошмар. Это же ужас какой-то, блин. Так, нам сюда, нам сюда. Так, прекрасно. О, ну вообще. О, смотри-ка, ребят, компромат. Слушаем. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Больной ублюдок. Реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад.
Ты, блин, тоже скоро умрешь. Клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Смотри, он там с усталым, блин, дерьмом разговаривает. Да, блин, сам больной, а других больными называет. Ну, короче, белочка, все понятно, блин. Он, короче, алкоголик бывший, у него мозги уже отравились алкоголем, он начал видеть всякие, блин, смотрите, ребят, что тут-то, бошки в банках стоят, да ты смотри, ну только больной ублюдок может таким заниматься, смотрите, блин, бошки коллекционирует, больной, блин, на всю башку больной, ребят, это последняя стадия, блин, как сказать-то, дебилизм, господи. Ой, ребята, ребят, что, блин, алкоголь с людьми-то делает? Он их превращает, блин, в фанатиков безмозглых. Которые, блин, сами не понимают, чем занимаются. Так, что у нас, аптечек нет, да? А, нет, есть. Фу, жизнь удалась, ребят. Осталось только Ахмеду говноеду, блин, сраку расстрелять, и все. Ну, а все? Что, погнали уже отсюда? Так, задание выполнено. Сейчас главное не сдохнуть. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Чего? Ты смотри, блин, черножопая рожа. Смирись со своей смертью. Ты совсем, что ли, тронулся или чё? О, черт, я сейчас задохнусь! Так, все, пошел отсюда. Куда там дальше-то? Весь воздух ушел в открытый космос. Так, Алина, выручай, дружище, я ж без тебя помру! Ну куда спешить-то мне, я даже не знаю. Вот там смотри, там говно, блин, на ножках ползет. На тебе, скотинки, блин. Вы что думаете, я вас испугался, что? Что-то они меня могут... Это что такое? Что, патроны, что ли, кончились? Это что, шутка? Да, блин, как это сжать-то? Нас сейчас расстреляют, это дерьмецо, блин, ползающее. Ну а что? Хотите мной поужинать? Не в этой жизни, мерзкие отроди. Че, размотаю, как сынков. Ну и все, я пошел. Блин, у меня воздух-то кончается, разрази меня киркой. Надо сматываться поскорее отсюда. Так, надо воздуха глотнуть, ребят. У меня что-то целый баллон есть. Использовать, ну это прекрасно. Зачем я это выбросил, он что-то отсталый. А, там скотина ходит. Да ты посмотри, сколько скотов-то здесь лазит. Куда мне бежать забыл? Так, не сюда. А, вот сюда. А, к черту их, что на них время тратить, они же, блин, больные... Он с надсталые, блин, кретины. Так, нам сюда. Прекрасно. Они, блин, даже в дверь-то не пролезут, жирные ублюдки. А там фантоцы же бегали, ребят. Ну, жирные и слабые куски говна. Так, чё, куда там? Ну-ка, покажи мне путь. О, отлично. Ну, все, я справился. Потому что я крутой, а вы, блин. Он с надсталые, блин, олигофрены. Которых родаки, блин, бухали. Возвращайся в лабораторию. Ой, прошу прощения, ребят. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Блин, там еж задыхается. Нужно спасти его, он же мой друг. Сейчас, ежиха, я уже бегу. Сейчас только мы... Подожди-ка, а что на... Что это был-то такое? Ой-ой. Она что, рядом, что ли? Слушай, какая-то музыка не где-то опасная, нужно валить. Моя срака под прицелом, блин, крокозябры. Ну что, крокозябры, потанцуем с тобой? Под дьявольский аккомпанемент. Так, ребят, бежим, куда бежать не помню. Так, нам сюда. О, что это такое-то? Что-то дверь, блин, спятила немножко. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Так. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. А, это крысиный сынок, что ли? Ну что? А, твою ж дивизию, разрази меня гром! Мерзкий отродье сатаны! Ну все, ребят, черт, надо валить! Я сейчас загнусь! Патронов нету! Ну что, хотите поужинать? Загоните меня, ублюдки! Ползающее, блин, говнецо, блин, мерзкое. Так, где я вообще? Куда дальше? Господи, ребят! Это какой-то, блин, я не знаю, какая-то жесть, блин, началась в этой сраной игре. О, смотри-ка. А это... Это что? Что-то из него, блин, всю жизнь и высосали, наверное, в эту тварь. Господи, мужик, какая страшная у тебя была смерть. Ой. Так, ну что? Погнали!
Ой, господи, ребят, что я микрофон сегодня задеваю, блин. Пожалуйста, заберите капсулу. Все нормально. Ну что, блин, пошли уже отравлять курильщиков. А то они воздух отравят. Всем ёж за них помирает. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. Черт, патронов-то ни хрена у меня нету. Так что будь осторожен. Ну-ка. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Ну, отлично. Хоть аптечку нашел. Защищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не... Скоро ты восхитишься моей ногой, которая вышибет твои конченые зубы, блин, Ахмед говноед. Черножопая, блин, срань господня, я уже иду за тобой. Накачанные ножки перебираются, крошить твою черножопую бошку. Ну и сраку тоже, так. Ты чё, блин, хатчик бородатый, я тебя сейчас размотаю, как сынка, блин. Ну чё, о, смотри-ка, наконец-то я хоть патроны-то уже нашел. А то я ж нищий. Блин, для импульсной винтовки нужны заряды, а у меня нету. О, ну наконец-то, ребят, хоть нашел немножко. Так, отлично, ребят. Смерть Ахмеда говноеда уже близко. Кстати, с батареи мало, но ничего, прорвемся. Вон он стоит, блин. Ну чё, блин, дрыщавый отродье. Мешать не вредно, блин. У нас настало бордатое чмо. Я стану твоим проводником, блин, в ад. Господи, ублюдок, ненавижу тебя. Господи, ребят, у него разжижение мозгов у этого. Да ты, блин, черножопая, блин, умственно отсталая, блин. Черт знает что. Что такое? Ты что, блин? Ах ты искать! Ну иди сюда, ублюдок! Ну-ка сюда! На тебе ножки твои, дрещавенькие, что стрелим, блин, конченый! На-на, жри, жри, тварюга, блин! Я тебя ненавижу, ска, теперь замри! Так, пора олигофрена замораживать. Уснасталое дерьмо. Ну чё, олигофрен, молись. Сейчас твоя срака будет заморожена. Подожди, а где его? А, вот. Ну все, молись, ублюдок. Ха! Дед Мороз тебя уже ждет, блин, на север. Ну, смотрите, ребят. Говнецо, блин, конченое заморозилось. Пойду его расстреляю. Чё, олигофрен, в себя верим, да? Ну зря ты в себя веришь-то. Ты же ни на что не способен, блин. Детишки, блин, пивников, блин, все поверили, сейчас сдохнут, блин. Так, этого распинаю ногами. Ха, ползешь ты, я с тобой не закончу. На тебе, да ты посмотри, наглая тварь, сейчас тебе харит этого распинаю, блин, олигофреновский. На, блин, поцелуйся с моими железными ботинками. Конченые отродья, блин, сатаны. Ну что, ребятки, вы поняли, что вы против меня? Ну никак не тянете, блин, сраные, блин, засранцы. Че, я ляпнул-то опять? Так, ребят, нам нужны патроны, которых, блин, у меня нет. Ну, сейчас будут. Отлично. Ну, вот и все, блин, жизнь удалась. Головаря олигофренов, блин, заморозили, блин, раскололи на куски. Хм, какой-то он слабый оказался, блин. Против криогенной камеры-то ты не попрешь, блин, салага. На! Так, отлично, ребята, аптечку нашел. Ну, а все? Да, олигофрены валяются. Господи, срань господь, на! Так, отлично, ребятки, перезаряжаемся. Так, куда нам дальше? О, надо, кстати, с батареей зарядить. Ну что, быстро я его размотал, да, ребят? Слушай, ваш беззубый крутой. А это, блин, срань господня, блин. В Санта-Клауса его превратили, да размотали, блин, на разу. Смотрите, ребят. О, это что, музей олигофренов, что ли? Вон крокозябры, блин, стоят. Смотрите, ребят, замороженные твари. Он что тут, он что здесь, монстров, что ли, коллекционировал, или что? Смотрите, ребят, у него, короче, олигофрен не разродившийся, из живота, блин, торчит. Ой. Ну, ребят, у меня слов, блин, про эту игру нет, это ненормальная игра. Не играйте в нее, ребят, никогда, а то у вас крыша, блин, поедет, как у меня. О, силовой узел чуть не забыл, сейчас мы его заберем. Мы же должны эту импульсную винтовку прокачать. О, господи, ребят, я, блин, чуть с ума не сошел сейчас. Меня, блин, 5 раз размотали, если не 10. О, где я? Так, ребятки, тут надо быть начеку. Тут всякие новые твари, блин, постоянно появляются, блин. Ну, правильно, пивники-то разрождаются. А что это, мы полетим сейчас в другой уровень, что ли?
Так, ребятки, прошу прощения, я вас недолго покину. Не переключайтесь, я скоро вернусь. Так, ребятушки, я снова с вами. И что это нам уже в другой уровень, что ли, пора ехать или что? Так, а давайте кто-то по... О, смотрите, ребят, денежки! Ху! Надо собирать денежки, а то у нас уже, блин... Мы уже нищие, блин, бомжи. Так, ребятки, ну что, погнали ежа спасать, он там задыхается, бедняга. Ну, он же наш кореш, мы не можем же его бросить. Ху! Сейчас мы ежа спасем, колючего. Так, о, глава 5. Что-то там пристрастие какое-то, завершено. Ох, ребят, это самое, блин... Так, не нужно нам сохранять, блин, ничего. Ой, господи, самое, блин, какое-то... Ужас, я, блин, задыхать заколебался, блин. Самая, блин, жесткая была, блин, какая-то голова эта, если честно, 5-я. С этим, блин, черножопым сталом, блин, сумасшедшим доктором. Шизофреник, блин, ненормальный. У него, блин, мозги, блин, спеклись, блин, в кашу превратились. Всякую, блин, монстратину, блин, создает, блин, больная срань господня. Так, что так? О! Слушаем, ребятки. Элизабет Кросс, запись. О. Я рада сознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здорова и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? А, это же жена Темпл, Элизабет. Он, кстати, все время же искал ее там. Так, слушай. Чё, да блин, смотри, повсюду трупы валяются. Это кошмар какой-то. Чё, крокозябр нету? Жалко, а то я их распинал бы немножко. Господи, ребята, мне уже... Ой. Даже слов, если честно, нет. Какой-то кошмар. Я, блин, не привык к такой жестокости. Это какой-то ужас, если честно. Ой. Так, ладно, ребят, нужно проходить миссию. Фу, чертовы мухи летают. Это... Ой. Надо скорее отсюда уйти. Сейчас заберем. А-а-а, черт, ты посмотри, блин. Там что, еще одна, что ли, скачет? На тебе! Гнилое, блин, создание, блин, непонятно чего. Че, ты посмотри, жрут меня в наглую, мерзкие отроди. Ай, какие-то, блин, голоса, блин, слышу. Че такое вообще? Полный мрак. О, лифт нашли. Так, выдвигаемся сюда. Здорово. Так, двигаем дальше. Я-то, блин, сегодня собирался вам про Мишку рассказать, блин, про моего лучшего друга, блин. А тут такое, блин, творится, блин, ну полный мрак, блин. Господи, ребят, это ненормальная игра. Ее, блин, какой-то наркоман, что ли, придумал, я не знаю. Ну, блин, в здравом уме такое не придумаешь. О, смотри. Овощи. Что-то... Господи, тут поливают, а я уже, блин, обосрался немножко. Так, отлично. Так, ребят. Тут вроде бы достаточно спокойно. Сейчас мы с вами поразговариваем. Так, короче, мы... Ёж, ты чё, блин, помирать, что ли, собрал? Здорово! В кого целишься, идиот? Хорошо, что ты целый. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Ты его зачем снял, блин, цветной, блин, болван? Оно огромное. Чего? Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Это как на раз-два, как сынков сейчас размотаю. Курильщиков. Чё? В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически... ничего не показывают. Осторожнее.
Я сейчас размотаю крышу. Это крысиный сынок, что вы не знаете, что ли? У меня с ним давний... Так, ёж, ты убирайся отсюда, то ты сдохнешь. Давай, вали, ёж. Ты что, больной, что ли? Сидеть тут, блин, дышать это... Накурились эти ублюдки. Я сейчас пойду ему. Отомщу, блин, за это дело. Чёртовы курильщики. Им сейчас... Сейчас они у меня помрут, блин. Ублюдочные психопаты, мать их. Включить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Да без проблем, Алина, как скажешь. Ну а что, пошли, блин, с курильщиками поквитаемся. Давно мечтал. Мне кажется, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске. Что-то мне кажется, это ты, блин, что-то скрываешь. Какие-то у тебя глаза, блин, мерзкие, если честно, Алина. Ну так, спасибо, с меня бутылка пива. О, что это такое? Так, сейчас будем читать. Так, химич, что-то там... Да, блин, пятно мешает, ребят, сами понимаете. Так, отчет химической лаборатории профессора Г... Что-то там... Джагервальда? Это что, немец? Или что? Потом что-то доктору Э. Кросс. Элизабет, это жена Темпла. Так, не сомневаюсь, ты уже слышал о странной органической форме, которая была обнаружена на стенках различных отсеков. Я проанализировал эту субстанцию и думаю, тебя заинтересуют результаты. Клетки по всей структуре напоминают бактерии, только с вирусным поведением. Как и бактерии, этот организм инфицирует другие клетки. Сейчас, ребята, разверну, ни хрена, блин, не вижу. Да, блин, как тут читать-то, если я ни черта не вижу? Может, вот так? Нет, так тоже нельзя. А может, вот так? Да разрази меня гром! Так, как и бактерии, этот организм инфицирует другие клетки. Посредством чего? Осмоса, после чего начинается бурное заражение. Удивительно то, с какой скоростью происходит это заражение, точнее размножение. Одна единственная бактерия всего за... Что-то там... Всего за... Чего? Всего за минуту производит 20 своих клеток. Я никогда не видел ничего подобного. Могу поставить на кон свою репутацию. Мы имеем дело с инопланетным организмом. Профессор Хоули выдвинул теорию, что колония таких бактерий предназначена для изменения окружающей среды. Они выделяют какой-то газ в неимоверных количествах. Вот почему в пораженных отсеках стоит такой мерзкий запах. Но к всему прочему, я обязательно напишу... Чего? Но к чему это все? Да ничего не вижу из-за пятна, ребят! А, но к чему это все приведет в итоге, я обязательно напишу, когда появится что-то новое. Генрих. Какой-то Генрих. Ну ладно, ребят, двигаем дальше. Да что здесь понимать-то? Команда курила, мутировала в твари, и теперь они заражают воздух, чтобы другие, блин, сдохли. Оставшиеся, блин. Не тут... Ой. А, черт, мерзкая отродина, расстрелять его, щупальца ему отстрелить. На, жри, ублюдок. Ты посмотри, бессмертная скотина какая-то, если честно. Ну, а я уже иду, а ты знаешь, что скоро помрешь. Ну, вот и все. На, жри. Паскуда, блин, уснула отсталая, блин. Как же ты меня бесишь, блин. Малек, блин, мутировавший. Смотри, еще. Да ты посмотри. На, жри. Смотрите, рыгает и вздыхает. Но это твоя судьба. Мерзкая тварюга, блин. Из стены, блин, выросла, из говна, блин. Это детишки, блин, крысиного сынка у них, блин. Выкакал, блин, всех этих мерзких отродий, чтобы они меня, блин, сожрали. Но мечтать-то не вредно, ребят. Смотрите, ребят, крысиный сынок жестко обосрался здесь. Да его говно, блин, повсюду. Чего, блин? Какие-то уже растительные аномалии. Да ты смотри. У меня в голове не укладывается это. Это мерзкое. Там что, фантасты, что ли, скакать сейчас в панцире будет? Эй, опасная аномалия, я тебя жду. Смотри, кто бежит сюда. Ну давай, фантасты. По старинке, как мы с тобой умеем. Давай, руки тебе отстрелю, блин. Броню, блин, напялил.
Ну вот и все, загнулся, да? Сколько я твоих братьев уже положил, блин, а вы все успокоиться, блин, не можете. Смотри, смотри, Фантоц издыхает. Да, хоть раздавлю тебя немножко, ублюдок. Что, силовый узел вы... О! Смотри, курильщик! Сейчас я его замочу, блин. Дышит там своими, блин, легкими, блин, конченными, прокуренными. Тут еще один сидит, блин. Отравленный. Ничего за приколы-то, ребят, вы это видели? Там тварь, блин, в ящике сидела. Нифига себе, блин, сказал я себе, блин. Так, курильщик, готов загнуться, потому что я уже здесь? Тварюга, блин, подымить, блин, решил. Сам подыхает и других с собой, блин, забрать решил, ублюдочная тварь. Никогда в жизни, ребят, не вздумайте приближаться, блин, к табаку и алкоголю. Потому в такую же, блин, раздутую, блин, чащу превратитесь, блин, и помрете, блин, в расцвете сил. Даже, блин, не думайте о том, чтобы покурить. Как говорится, дольше проживете. Так, забираем тут все, что есть. Так, мы тут-то уже были или что? О, смотри-ка! Ну что? О, смотри, сидит, блин, курит. Ненавижу курильщиков! На тебе, скотина, блин! Нифига ты какой, блин, тварь-то превратился! Вот, ребята, это судьба, блин, каждого курильщика! На, жри! Паскуда, ненавижу вас, ублюдки! Мало того, что эти курильщики, блин, себя убивают, так они еще и детям, блин, плохой пример подают, ребят! Это самое страшное, блин, то, что может быть в курильщике! То, что он сам-то вздыхает, ну и хрен, блин, с ним, сам себя убивает, но то, что он детям, блин, плохой пример подает. Вот за это, ребят, я просто ненавижу курильщиков, этих конченых, блин, ублюдков. Стоят, блин, курят, блин, удовольствие, блин, получают, а дети, блин, смотрят на них и плохой пример из-за этого, блин, получают из этих тварей, блин. Куски, блин, курящего говна. Ой, вы уж простите, ребят, я всегда говорю правду и только правду. Так, как нам вон до того, блин, куска говна добраться? А, кажется, я знаю, ребят, нужно запустить, блин, замену баллона. Там откроется дверца, и мы застрелим этого курящего ублюдка. Сидит там, блин, подыхает, ублюдок. Так, сейчас, ребят, нам нужно сделать так... Надо это затормозить. О, и пойти убить курильщика конченого. Ну все, блин, готовься уже откинуться, ублюдок. На тебе, скотина, на том свете, блин, покуришь, ублюдок. Хотя тебе дорога только в ад. Мне вот интересно, какое наказание в аду для курильщиков? Бесконечное курение без остановки. И харкание, блин, кровавыми легкими. Хотя они и при жизни ими кашляют, ребят. Просто они не понимают, что это такое, блин, вздыхать от рака легких. А вот когда они начинают от него вздыхать, тогда они начинают жалеть, блин, зачем мы курили, блин? Ну уже поздно. Уже, блин, кроби-то захлебываются, блин, мерзкие ублюдки. Не знаю, ребят, мне таких тварей, если честно, вообще не жалко. Вот этих вот курильщиков, которые там подыхают от рака легких, там от туберкулеза. Сами заслужили. Нисколько мне их не жалко. Пусть, блин, дохнут к чертовой матери эти ублюдки, ненавижу их. Сами себя, блин, убивали, а потом, блин, начинается. Блин. Помирать-то, блин, никому не охота, я понимаю, но... Нужно жить, блин, правильно. Тогда и помрешь, блин, нормально. Своей, блин, смертью, а не нелегкие свои выблюешь, блин. Или там, не знаю, там... Рак желудка, знаете, вот алкоголики там. Да какие алкоголики, ребят? Культурные люди, которые, знаете, по праздникам пьют. Тоже так же, блин, подыхают от панкреатита и проблем с кишечником, и от рака желудка. Так что, ребят, имейте в виду, я вас предупредил. Хотите жить хорошо, никогда в жизни к этой отраве не прикасайтесь даже. А если хотите, блин, сдохнуть в расцвете лет, то пожалуйста, ребят. Бухайте, курите, блин, жрите гамбургеры, жрите, блин, все эти майонезы, блин, кетчупы. Ради бога, ребят, я же вам не запрещаю. Я просто вас предостерегаю, чтобы вы, блин, прислушались к моим советам. Я ж, блин, хочу, чтобы вы жили, блин, хорошо, блин, качественно, блин, нашли себе хорошую, как говорится, вторую половину, нарожали, блин, здоровых, красивых детей. Потому что, ребят, шанс выжить в этой алкогольной войне есть только у нас, блин, у трезвых людей.
Все, кто с пивом, с сигаретами, на них уже, блин, крест поставило, блин, мировое правительство. Их уже, блин, списали. Они уже, блин, в черном списке ходят, блин. Они уже, блин, мертвы. Так, куда идти-то здесь, я не помню. Так что, ребят, запомните, все, кто с пивом, с сигаретами, они уже мертвы. Им уже конец. Они, блин, сами на себе, блин, крест поставили. Так, что, сюда, что ли? А, там я уже всех курильщиков размотал. Ну, все, блин, отправил их на тот свет. Точнее, в адскую преисподнюю, где им самое место, блин. Будут там, блин, вечность целая, блин, дым сосать из подожженной, блин, из подожженного пучка травы, блин. Представляете, ребят, люди, курильщики, они не понимают, что они, блин, сосут дым из подожженного пучка травы. Ну, идиоты, блин, полнейшие, ребят. У них, блин, с головой, блин, не все в порядке, если честно. Полные, блин, идиоты. А, черт, крокозябра, блин, меня застала врасплох. Ну, вас и сдохло. Ну, а че, блин, откинул свои конечности трещавые. На тебе, блин, морозятина, блин, конченая. Ненавижу вас, ублюдки. Так, забираем, ребят, это все важно. Так, ребят, куда нам дальше? Он показывает, что туда. Ну что, ребят, пойдем туда. О, надо еще сюда зарулить. Не помешает, ребятушки. О, верстак. Ну что, блин, продолжим усовершенствовать нашу пушечку, чтобы долбить крокозябр еще эффективней. Ху! Так, ребятушки, продолжаем. Так, у нас уже почти, блин, все. Так, объем есть. Так, это нам можно, да? А, невозможно. Ну, нифига себе, у нас 9 силовых узлов, ребят. Жизнь удалась. Ху-ху! Сейчас мы всю ее прокачаем. Надеюсь. Так, ребятушки. А, нет, нельзя пока. Ну ладно, сейчас вот сюда сначала вставим. А потом сюда. Ой, господи, ребят. Ну я-то не курильщик, вы не думайте. Просто у меня голос такой, блин. Ну, сами понимаете, ребят, зубов нету, сладкое жрал. Выплюнул зубы, блин, раньше времени и все такое. Так что, ребятки, не жрите сладкое. К черту твоей матери. Сохраните ваши зубы здоровые, а то будете как я, блин. Беззубым, шепелявым, блин, и все такое. Ну, я свой недостаток превратил в достоинство. Так, ребятушки. Ой, господи, ребят. Спасибо, спасибо моему лучшему другу Мишке. Он меня, блин, знаете, так здорово мотивировал на все эти дела. Я бы в жизни бы этим не занялся, если бы не он. Ой, как же мне его не хватает, ребят. Честное слово. Не могу прям. Я каждый день во дворе сижу и смотрю, блин, в сторону его подъезда, думаю, господи, а вдруг он сейчас выйдет, блин, как ни в чем не бывало, как раньше. Знаете, ребят, я стараюсь не думать, что он погиб. Я просто думаю, что он женился, блин, просто уехал в другой город, у него... Хорошая семья, хорошая работа, жена и все такое. Я вот об этом думаю. Просто я не могу поверить в то, что его больше нет со мной. Просто я думаю о том, что просто уехал, женился. Все у него в жизни хорошо. Мне так, знаете, ребят, мне так проще. Это очень тяжело, блин. Так, ну что, нам тут главное сейчас не поджариться? Да кого поджаримся, ага. Мы ж, блин, бессмертные. Да, это я, конечно, ребят, загнул. У меня, блин, это жалкая пародия умственно отсталая, блин. 6 раз размотал, если не больше. Ну, кусок, я просто сначала не понял. Там просто нужно было выживать какое-то время, чтобы Алина открыла двери. Да, блин, я Алине, блин, ящик пива должен. Она меня спасла, блин. Дружище. Настоящий друг тебя никогда не бросит. Чего? Смотри, блин. Ха, кусок, блин. Тупого отродья ковыляет, блин. Ну чё, крокозябра? На тебе! Такое легкое говнецо, блин. Ну правильно, он же силовуха-то не делает. На тебе! Такие, блин, мерзкие звуки от них, блин, раздаются, блин. Так, куда нам дальше-то? Так, показывает, что туда. Ну чё, летим туда? Смотри, кто там ползёт-то сюда, блин. Говно на ножках! На тебе, говно на ножках! Ой, смотри. Крокозябра опять атакует в наглую. Нифига ли сколько, смотрите, ребят. На, жри, жри. На всех, блин, патронов хватит. Смотри, олигофрены носятся, блин, повсюду. На тебе, ублюдок.
Чё, косорылая тварь, блин, ты же попасть ты в меня не можешь, блин! На, поцелуйся, блин, с моей металлической подошвой! Шарик от олигофрена обхитрим, он же тупой! Так, тупой отродье говно на ножку, где ты там бегаешь-то? Так, обосрись, заткнись и... А, смотри, воздух сейчас размотаем, на тебе! Конечности твои дрищавые, ты смотри, блин! Крокозябра, блин, спортом занимается, на тебе! Ой, черт! Смотри, олигофрен скачет! Больной ублюдок, блин! Смотри, блин, догнать меня, да замри уже и сдохни, на тебе, ублюдина, блин! Паскуда, блин, тварь! Ты чё там, блин, пробежку? Смотри, смотри, блин, кругами бегает, дурачмен. Ну и чё? Думаешь, ты меня испугал, что ли? На тебе вот этого. Сейчас, смотрите, ребят, подходим и давим ублюдка. На, поцелуйся, блин, с моей подошвой, блин. Смотрите, ребят, блин. Смотри, он что, жив, что ли, еще? Ух ты. Ты за базар-то отвечай вообще, свои конченые. На, давай, в рукопашную тебя размотай. Чё там, защищаешься, что ли? Ну ладно, ублюдок, блин, сам напросился. На, покушай, блин. Скотина, блин, инопланетная. Совсем уже оборзели, блин, в наглую. Черт, у меня здоровья мало, ребят. Смотрите, блин, бошки оторванные валяются. Хм, такие, знаете, тупенькие, блин, безмозглые. Господи. О, смотрите, я слышу паскуду тварь, которая, блин, отравляет воздух. Сейчас она помрет. Но всегда, блин, загнется. Скотина, блин. О, сейчас вот это в нее кинем, блин. Поджарим эту тварь. Так, ну-ка, откройся, дружище. Так, берем это с собой. Ты где там, скотина? Дышишь-то, блин, своей отравой, блин, конченый. Сейчас мы тебя, блин, поджарим немножко. О, здорово! На тебе, паскуда, блин. Смотри, ее эти штуки, что ли, не берут? Какой ты мерзкое отродье! На, пожри вот этого козлина, блин, слабая тварь. Ну а все? Что такое? Олигофрен? Где олигофрен? Так, детишки пивнюков, вы что там, блин? В конец, что ли, оборзели или что? Смотри, пыхтит где-то ублюдок. Ща ему кишки, блин, свинцом набью. Сюда вышел, блин. Тупой, блин, черт знает что. Ну че? А, вон он бегает, смотри, бежит сюда, блин, ковыляет, блин, кривоногое отродье. На, блин, целуйся с моим батей. Смотри, у меня кусает, ублюдок. Куда бежишь-то, блин? Я тебя не задавил еще, ублюдок? На, пожри, блин, вот эта скотина, блин. Ну че? Ой, смотри, блин, негритосина прискакала, блин. Цветная крокозябра. Ну че, крокозябра? Не такая ты крутая, как я думал. А просто, блин, ошибка вселенной. Так, ребятки. О, тут еще можно сокровища забрать. Так, забираем. Отлично, патрончики. Мы без патрончиков, как, блин, без воды. Как я говорил, блин, в Макс Пейне Вора, настоящие мужики дерутся ногами. Ну, крокозябры-то, ребята, обнаглели, и меня толпой пытаются взять. Да, блин, в конец уже обнаглели эти конченые ублюдки. Так, ребятушки, двигаем дальше. Так, куда нам двигать-то, я забыл. Так, цветная крокозябра размотана валяется. А, вот, что там еще один курильщик остался. Сейчас он свои легкие выплюнет и сдохнет. Ну, здравствуй, блин. Черт, блин, мордастый. На тебе, ублюдок, я тебя в рукопашную размотаю, блин. Слабое отродье, блин, конченое. Ну все, накурился, блин. Господи, что такое-то вообще, блин? Даже не знаю, ребят. О, то, что нам нужно. Прекрасно. Так, уходим отсюда. Здесь мы вроде всех размотали. О, смотри, фантоцы. Замри, фантоцы. А я тебя подойду и размотаю в наглую. На тебе, ублюдок. На, в башку ему прям. Снесу, блин, тупую его конченую. На тебе, жирная тварь. Ну а че? Как тебе такой, блин, поворот событий? Такого-то он явно не ожидал, что я таким борзым буду. Смотрите, он что-то там шевелится лежит. Давайте его раздаем, блин, пузо жирное. На! Мерзкое отродье, блин. Пивнюка. Так, о, смотрите, ребят, нужно это забрать. Лишним не будет. О, что-то, ребят, устал я уже сегодня базарить, если честно.
Да это кошмар, эта игра, блин, жестко давит на психику, сами знаете. По этим... О, нам на лифт нужно. Сейчас мы всех курильщиков размотаем и будем заканчивать. Ну, а в следующем видео, наверное, я вам все-таки про Мишку уже расскажу, ребят. Все-таки какое-то сегодня видео сумасшедшее. Меня, блин, все пытаются размотать, сожрать, блин. Кишки мои вы... воздуха замечен. Че? Ремонтная бригада извещена. Какая, блин, ремонтная бригада? Тут все, блин, сдохли уже на этой станции, блин. Ты че, блин, бредишь, что ли, или че? Компьютер, блин, спорылый. Ничего, блин, не разбирается ни в чем. Так, а нам сюда и не надо, я смотрю. А может, и надо. Так, вот это сейчас заберем. О, денежки, прекрасно. Так, ребятки, сюда заходим. И разматываем крокозябру. Точнее, куря... Чё? Вот что такое, видели? Чё? Капец, блин, ребята, это что за... Чача, блин, шла, блин, с чищей в руках. О, смотри, еще одна лезет. О, смотрите, он пиво в руках несет. Да кого он обольет? Он в крокозябру, блин, превращается. Кошмар, ребят. Пивнюки, блин, обновились. Кошмар, блин. Пиво, блин, с собой таскают, обливают им всех. Кошмар. Вот настоящие-то пивнюки что творят. Им главное побольше, блин, людей пивом облить, зараженным. Чтобы они тоже, блин, стали зараженными. Кошмар, ребята, это просто какой-то кошмар. Ужас. Ой, сейчас, ребят, маленько подышу. Действительно. Чё, куда нам скакать? Ой, ребят, что-то я, блин, жестко устал. Давайте-ка сохранимся и продолжим, блин, в следующем видео. Что у меня, блин, немножко уже это... Мозги, блин, спекаться начали. Так, стазис батарею зарядим. Не, ну вы видели, ребят, пивнюки, блин, уроды. С пивом ходят и обливают им людей. И они превращаются в таких же тварей, блин. Мягкотелых отродий, блин. Сатаны. Господи, ребят, я пошел отсюда. Мне нужен отпуск, как Терминатор, блин, сказал в конце второй части. Вот то же самое и мне. Ох. Сейчас, ребяточки, сохранимся и продолжим, блин, в следующем видео. Пора, блин, вашему беззубу немножко отдохнуть, если честно. Фу, сейчас сохраняемся, ребят. Так, вот здесь вот сохранимся, отличненько. Да, ну что ж, ребят, думаю, на этой сумасшедшей ноте, блин, закончим, пока я с вами попрощаюсь. Что-то, если честно, ребят, немножко устал я сегодня. Ой, кошмар какой-то был. Так что, ребят... Буду с вами прощаться. Ну, а в следующем видео я вам расскажу, ребят, про Мишку, как мы росли, как мы балдели, как мы вообще, блин, ну, все, про все наши увлечения, про все, блин, наши игры, как мы угорали, блин, над фильмами, там, над «Звездными войнами», там, над «Властелином колец» и так далее. Да, ребят, самое счастливое время жизни вам свое расскажу. Ужасно мне его не хватает, да. Ой, ну что ж, ребят, пока до встречи, удачи вам всем, здоровья, ребят, счастья, удачи вам, как всегда, блин, крепкого, главное, крепкого здоровья, ребят, не употребляйте наркотики, ни алкоголь, ни табак, живите, блин, честно, живите справедливо, подавайте хороший пример, ребят, особенно детям, дети это наше будущее, не забывайте, мы должны им подать правильный пример, чтобы они выросли достойными гражданинами Российской Федерации. Да, ну что ж, ребят, с вами был я, ваш единственный, неповторимый, брутальный, сумасшедший, безбашенный и беззубый летсплейщик. Всех вас люблю, ребят, всем вам здоровья, счастья, удачи, ребят. Все, ребят, пока, до встречи, удачи вам всем, до следующего выпуска. Пока, ребят, до встречи, удачи вам всем. Ху-ху, счастливо!